Информирование граждан о криминогенной ситуации в целом по области и в любой точке города, подача заявлений в полицию через интернет, информация о штрафах, эти и другие задачи становятся доступными посредством проекта Генеральной прокуратуры «Геоинформационные системы». Эта программа доступна каждому человеку. Информацию через сервис «Правстат.кз» можно получить даже по мобильному телефону. Предприниматели могут узнать все о своих правах в случае, если к ним пришли с проверкой. Рядовые граждане, обратившиеся в государственные органы, могут контролировать, как идет реагирование по их заявлениям. Особо актуальны сами прокуроры и полицейские считают розыск алиментщиков и должников. В информационной системе для таких имеется специальный портал с полной базой персональных данных. Прокуроры надеются, что доступность информации о разыскиваемых лицах повысит эффективность расследований. В настоящее время в области в розыске находится 170 должников и алиментщиков, 275 лиц разыскивается за уголовное преступление, 149 без вести пропавших. Очень хотелось бы, чтобы наши граждане владели этой информацией, оказывали помощь в розыске. В рамках проекта информационной системы планируется реализация еще ряда новых сервисов, направленных на предупреждение, профилактику и борьбу с правонарушениями и преступлениями. Компетентное и полное информирование – одна из основ защиты законных интересов и прав граждан.